Всем не бага, не лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами я, Жека, и сегодня мы продолжим играть в Black Mesa. И в прошлой серии мы нашли вот эту красавицу. Посмотрите, какая красота. Дайте мне в кого-нибудь пострелять, 5 патронов. Дайте мне в кого-нибудь пострелять-то ею, а? Туда нельзя, куда нам-то выходить? Толку нам сюда выйти? Ага! Вертушечка! Нам надо, чтобы она зависла. Воу, 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 я самого себя наказал. Какого хрена? Воу, да как же там так, чтобы она зависла? Когда стреляет у нас только получается, или как? Есть один. Оу, прилетело. Да ё-моё, оно совсем... Все равно нас... Тихо. Есть. Во, он тоже сдачи дает. Да я ж присел. Ауч. Так, патроны кончились. Там, походу, один или два раза осталось ударить, а я вот это... Так, не хватало. О, шикарно, смотри, смотри. А-а-а, ты серьезно меня убил последним своим патроном? Короче, я понял. Ща мы его сделаем, ща мы его чпокнем. Где наша красавица? Там, короче, надо другое, походу, нам укрытие надо быть. Что это не особо нам классно защищает. Так, есть. Ух ты, мать моя женщина. Так, пулеметная очередь. Ауч. Дунс, готовченко. Все патроны почти попали. Последний патрон остался. Ух ты ж, какая скотина. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ты решила меня обойти, да? Так, я попал вроде бы. А-а-а. Вроде попал. What the fuck? Да ну! А-а-а. Дайте мне еще патрончиков, у меня не хватает просто-напросто патронов под него. Охренеть. О, 2 патрона есть еще. Охренеть, он меня тупо не выпускает. А, 4 хп. Да ну! 4 хп, смеешься что ли? Что-то он меня реально не выпускает из своей, так сказать, из своего плена. Не дает мне нормально прицелиться в него. Да
Да, сволочь, не попал. Уже минус один, считай. Что ж там за вертолет такой, что выдерживает спокойно несколько этих залпов? Я вот не знаю, попал, не попал. Что быстро чересчур спрятался. Прилетело. Так. Так, тихо, тихо. Нет, да ладно. Капец, сколько ему там надо-то? Фак. Так, где эта пушка? А где она, слушай? Что-то я... А, она кончилась. Твою мать. Нахрена я встал? Там вроде бы больше ничего и не было, да? Ну, у нас здесь можно полечиться, правда, да. Не без этого. Но патронов вроде больше здесь не было. А не, один был все-таки. Один или два? Два. Так, нам бы вперед хорошенько так выдвинуться. Наказать его, так сказать. Остановись. Да ну, смеешься, вот специально как будто бы убежал в последний момент. Да, спекали я его долго мочить буду, слушай. Выгнал меня. И у нас не осталось, да, больше ничего. What the fuck? Что тут происходит? Капец. Твою медь! Вот реально, надо все в него выпустить, походу, и причем ни разу не промахнуться, тогда только он уничтожается. Жепень. Просто жепень. Оторви и выбрось. Лазерное наведение? Да ё-моё. Ага, все ясно, как она теперь работает. Ну. Так, сначала выставили меня, а потом я пойду соберу все вот это вот, вот это. Вот это, все. Вот это. Твою маковку. Почему я ему не могу лечь, твою медь?
Ей! Слава яйцам. Куда он там упал? О, у нас здесь проход был. У нас все время был проход. Может, можно было с ним не сражаться? Твою... Налево. Такое ощущение, что оно сейчас свалится. Так, что у нас здесь? Да, серьезно? Ты мне еще будешь вот это бить? What the fuck? Тихо. Только не падай. Я тебе умоляю, только не падай, конструкция. Оно так все скрипит стрёмно. Твою медь, прям в баштан. Пожалуй, сохранюсь. Слушай, они походу бомбят тот комплекс, да? Твою мать. Ох, военные, ох, военные. И шо, сразу надо все уничтожать им. Ну, хоть я выбрался оттуда, и то радует, реально. Не люблю такие высокие, так сказать, локации, где у тебя больше шансов сдохнуть от падения, нежели от врага. Ибо я ж такой криворукий. Плеск воды. Я-то чую плеск воды. Канализация. Что-то какая-то тут атмосферка не очень, да? Вы чувствуете? Так... Какие игры? Давай поиграем. Не. Да. Сейчас я зачищу пост, браво твой. Так, хорошо, я сюда не буду вылазить. Что такое? Что тебе там давать? И... Здорово, слушай. Ё-мать, там танк! Вы сейчас серьезно? Танк? Евпатий Калавратий. Этого я не ждал. Этого я реально не ждал. У меня есть средства для танка, впрочем. Сейчас он перезарядился полностью. Да вы великие задницы надиратели. Так, ну, я вывел его из строя, как минимум. Да ладно, серьезно, ты еще живой танк?
Оу. Я сам себя убил миной. Это нехорошо было. Это реально было не айс. Да все спокойны. Один ты только нервничаешь, я смотрю. Происходит хрень какая-то. Чё за, неужели мне надо все-таки по этому сливу идти? Оу, чей-то глаз. Не туда пялился чувак. Где ты там? Прилетело. Танчик там катается. Но против танчика надо явно какой-то способ найти уничтожение. Воу. Воу. Ни хрена. Да я, походу, его разозлил. Оу. Ну, злость его была недолгой, так сказать. Ни хрена он тут раскурочил все. Так, а там наверху что-то у нас, да, может быть? Нет. Нахрена я сюда лез? Так, в прошлый раз вот здесь дверка вроде была открыта. А, это я ее открыл. Да-да-да. Это я ее открыл. Новый локейшн. Так, за машинку спрячемся. БТР? Попробуем энергооружием. Опа. Может и не придется энергооружием. Да, это-то послабее будет. БТР-ка все-таки. Да ладно. Что там? А вот тут бы я поспорил. Тут бы я на самом деле, ребятки, поспорил, кто там из нас еще в дерьме, в полном или в полупустом. Серьезно, монтировка быстрее. Так. Так. Лучше уж так, чем потом. Ты будешь закрываться, не? Ага. Да, ладно, залазь уже, ну. Так, что за стеллажи? И почему мне сюда надо? Открывайся. И загрузка. Соответственно,
Сейчас нам, наверное, там встретят нас кучка товарищей с улыбками, с хлебом, с солью, с бомбами, с ракетами. Нет! What the fuck? Вот это уже интересно. Так, минное поле. Окей. Это что такое? Ничего. Аккумулятор какой-то. Так, слишком большое пространство. Слишком большое пространство для того, чтобы просто здесь бегать. Может, тут будет либо файт с боссом, либо просто, чтобы запутать. Так, это откуда снаряд-то прилетел сюда? Растяжечки. Не знаю, для нас ли это растяжечки, но пока сюда, значит, не пойдем. Исследуем ту часть территории, которой еще не были. Которые еще не были. Ну, скорее всего, нам туда, куда я изначально пошел, но просто что... Смотри, тут все под электричеством, да? Я даже проверять не особо хочу, но, скорее всего, тут... А, тут, видишь, упало, и потому оно все под электричеством, скорее всего. Ага. Твою мать, это минное поле, я тут хожу себе. Сейчас бы взлетели кусочки Фримена. Было бы надпись не «Гордон бежит», а «Гордон летит». Но, правда, не весь. Нога влево, рука вправо. Ну, куда? Хм. Чувак. What the fuck? Чьи ученого заварил, говнюк? Снайпер хренов. А ученый тут, смотрю, время не терял, припасики таскал, да? Хавал, чё мог. Да, сволочь. Такая, вот я даже не знаю, уничтожать теперь там. Вот туда, мне кажется, мне надо. Опа. Я нашел путь, куда мне надо. Так, ну туда мне вряд ли надо. Хотя там дверка, смотрите, вроде может открываться, да? Халява. О, растяжка. Снова у нас есть растяжка, да? Твою мать, это засада. Хренов. Стрелок, блин. Так, хорошо. Это просто была засада. Давай-ка лучше сохранимся, потому что я чуть приподнимусь, и у меня получится жареный Фримен. Так, надеюсь, тут минного поля-то хоть нету. Но есть возможность, наверное, отключить. Эх. Так, что дало мне отключение электричества на этой территории? Возможность подняться? Опа-па. Интересно. Можем спуститься вовнутрь. Только лишь так? Только лишь так. О, ученый. Да, ага. Твою мать! Я собираюсь переждать эту катастрофу здесь. Если вы собираетесь идти дальше, умоляю, ради всех нас, продвигайтесь с максимальной осторожностью. Попрыгун, блин.
Просто я вот не знаю, я сейчас херак, но не взрывной волной меня не убьет ли здесь? Это я зря, да? Сделали. Ты дурак или где? Тут, походу, слишком много взрывчатки для того, чтобы ей взрываться. Твою мать. Так, больше я акробатических таких не выдержу, так что давайте лучше сохранимся. Так, а вот здесь вот интересно. А если... Я могу эти ящики брать вообще? Нет, не могу. Просто что, я не знаю, хватит ли моих акробатических способностей на это? Хватило. Вашу мать. Так. Что за музыка? Реально, Splinter Cell какой-то, твою мать. Да уж. Тут же я сразу же задел. Капец. Что ты стреляешь, Фриман? Блин. Да ладно. Серьезно сейчас, как ты ее задел? Никакие не задевал, а то задел, блин. Ну это жопа, ребят. С моим криворукием только вот это вот и делать. Зал полный. Взрывчатки, шикарно. Кажется, вот где я буду тупить. Чрезмерно много причем тупить. Да ладно, ты задел в последний момент. Нет, короче, мне тут надо сохраняться как можно чаще, потому что хроническая криворукие. Нет, вот вопрос. Вот здесь вот можно же как-то попроще, мне кажется, да? Пройти. Вот, тут вроде проще, ага. Проще, проще. Блин. Надо найти способ. Твою мать, еще и ты. Тут вроде бы не запрыгнуть, да? Да ну! На ящике тоже был какой-то заряд. Мне музыка, конечно, не совсем устраивает. Я хочу вот так взять. Вот, и теперь мы сохранимся, и тогда, по идее, музыки не будет. В следующий раз, когда мы умрем. А, мы умрем, не беспокойся. Хорошо, что эти ящики не задевают, эти штуки. По крайней мере, мне кажется, пусть починился. Да ладно, серьезно, музыка все равно продолжается. Music don't stop. Да, назад отошел слишком. Акробат из меня просто никакущий. Я должен найти правильный способ. С контролом надо, короче, всегда прыгать по-любому. Дурам. Я не могу никак обезвредить гранату. Может, реально мины эти можно обезвреживать, я тут парюсь. Да ладно, ты как пойду ходишь с ней. Нет, нельзя. Ну, я пытался. Я в этой жизни что-то явно не понимаю. Не вижу я паркур. Так, тихо. Тихо, на каждом сантиметре будем сохраняться, либо нахер. Хотя, вот даже через такое не перепрыгнул, вот меня аж это радует. И это тупик тем более, ребят. Это все было зря. Хотя, может, я тут погорячился немножечко. Может быть, это все не было зря. А что, как я что-то задел там сверху? Я что-то сейчас не понял. Там сверху тоже что-то было, что ли? Да как? Я ж не задеваю, оно не так высоко. Реально, на каждом сантиметре придется сохраняться. Я ничего не... Я не могу его теоретически задевать, я высоко достаточно прыгаю. Все-таки я мог его задевать. Я, честно говоря, не очень уверен. Но, по крайней мере, хоть что-то мы как-то делаем. Так. И что мне это дает? Там типа выход или что? Зачем мне сюда? Или там была кнопка, я ее просто не заметил. Да нет тут никакой кнопки. Вообще ни хрена нету. Бесполезно. Зачем мне надо было поднимать элеватор? Может, под элеватором, слушайте, у меня такая сейчас идея, может, под элеватором какая-то... А, подожди, вот что-то еще, какой-то пульт управления. И вон еще какой-то пульт управления, который, наверное, элеватор поднимает, что-то и отпускает. Слушай, мне туда надо, да? What the fuck? Ты что такое? Короче, у нас тут появилась какая-то хрень, которая стреляет, наверное, ракетницами, что ли? Ну, слишком она громоздкая. Я надеюсь, я не в анус ей запихнул руку свою.
Но я смотрю, ей нравится. Кого их? А что она делает? Я так и не пойму. Воу, это бесконечная хрень. Я обожаю тебя, бесконечная хрень. Самонаводящаяся бесконечная хрень. Здравствуй. Да, как-то хреново ты ее охраняешь, если честно. Как я посмотрю. Хреномет. Я назову тебя хреномет. Бесконечный хреномет. Да, нам к машинке. Теперь я... Чё ты там сказал? Чё ты там сказал мне? Пи-пи-пиу? What the fuck? Так, сорян, ребят. Что-то, не знаю, игра вылетела, как я вышел отсюда. Возможно, это такой баг. What the fuck? Нет. Я обожаю тебя, бесконечная хрень. Если самая наводящаяся бесконечная хрень. Да, только у нас там, насколько я понимаю, еще есть очень важный противник в виде БТРочки, от которой все нахрен отлетает. И это печалька. Так, хорошо. Если мы не можем, значит, надо напролом идти, что ли? Ну такие гранаты ему нипочем, наверняка, я уверен. Что? Такими гранатами уничтожили? Что-то я как бы немного сомневался. Ну, чувак, который здесь спрятался, он явно пожалел перед смертью. Все чисто, говоришь? Мистер Пропер? Халявыч. Халявыч. Все, ничего тут нету больше. Да ладно, тебе кажется, чувак, расслабься. Ни хрена ты там не слышишь. Слышит он что-то. Бывает. Твою мать. Все? Нет, серьезно? Мне там что-то взрывающееся, короче, надо. Тихо, ребят, дайте я переключусь на убер-пукалку.
Веселая убер-пукалка вас всех убьет. Хреномет. Так, окей. Не курить. Да, собственно, я и не курю, спасибо. Power 50%. Меня она тоже калечила, типа, что ли? Оу. Охренительная тачка у вас тут, я смотрю. Тачка-заначка. Так, а что у вас тут еще есть? Ничегошеньки. Ладно, не курить, так не курить. А, подожди, я тут посмотрю, что это такое. Это то же самое, да? Да, это то же самое. Куда-то наверх нам предлагается пойти. Замри. Замер. Наконец-то никто не пытается меня убить. Серьезно? Ты убивать меня не собираешься? Ну, я подумаю. Хорошо, все в порядке. Что ж, судя по всему, вы знаете толк в роскошной жизни. Да, да. Зацени-ка. Сезам, откройся. Вау! Вот он, док. Клондайк. Что я могу сказать? Это все мне? Хороший вкус. Это все мне? Да не стоило так. Убить тебя, что ли, или как? А у тебя патрончиков нету под... О, да, детка. Вот, хорошо. Перезаряжайся. О, да. Походу, мне дадут вдоволь скоро пострелять, да? Это типа намек. Ты готовься, типа, свой анус. Скоро будет жарко. Так, а где патрончики под него? Арбалетина, дробашецкий. Могу, но зачем? Не забывай перезаряжаться. Да, собственно, этим я и занимаюсь, спасибо. Так, окей, гранатки есть, это есть, 100%, ты бесконечен. А это у нас одна штучка. Окей, берем бесконечную пукалку и... Спасибо. Должно быть, ты тот парень, о котором говорили другие ученые. Да. Да, нехило ты этих солдат разозлил. Ну, бывает, да. У вас у всех проблемы с виндой, походу, да? Вирусняк какой-то общий поймали. Так, ага. А, лесенка. Спасибо, чтоб я не прыгал. Я уже намеревался прыгать. Я бы туда... А, эта дверь закрыта. Ну. Хорошо, тогда куда нам? Если не сюда. Или можно было бы как-нибудь прыгнуть? А, теоретически, слушай, вон же ж можно прыгнуть. Чё я спрыгнул? Странно. Нахрена я спрыгнул? Эй, нам не сюда? А, на второй этаж, да-да-да. Перепутал этажи. Ну, бывает, с кем не бывает, ё-моё. Ща мы... Так, не сюда. Ща мы запрыгнем. Получается, там можно действительно перепрыгнуть. Ё-моё, грёбаные вот закоулочки эти. Так. Да ну, ты... А нахрена я забежал, если здесь есть лестница? Так, там кровушка чья-то. Не, пукалка вообще зашибенная. На самом деле, против вот, блин. Бесконечные патроны, что может быть лучше? Так, тут кого-то тянули. И утянули, по всей видимости, куда-то в далекие дали. В маленькую страну. Маленькая страна. Чисто говоришь?
Так, готовченко. Снизу там ничего нету. Дверцы позакрыватые. У парнишу тут немножечко проперло, я смотрю. Ладно, мы сейчас сюда пройдем. Слушайте, наверное, будем на этом заканчивать, потому что на самом деле уже долго у нас видеоролик длится. Мы не курим и не пьем. И мы этому безумно рады. Огромнейшее всем вам спасибо, что посмотрели этот видеоролик. На самом деле не знаю, сколько еще игра будет длиться. Но в любом случае, мне это очень нравится. И знаете, вот эти места сейчас начинают напоминать Half-Life 2 начало. Огромнейшее всем спасибо за просмотр. Если вы впервые на нашем канале, то, конечно же, подписывайтесь на него. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте и в группу в Стиме. А мы с вами продолжаем не курить. Всем пока.